Всем здравствуйте. Сегодня 26 августа. Открыл колоду и обалдел. Похоже, разворовали. Ни меда нет, пчелы мало. Ос полно было. В общем, надо как-то вечером еще посмотреть. Абсолютно пустые соты. В прошлый раз смотрел, мед вроде еще был. Сейчас ничего нет. Горстка пчелы осталась. И ничего. Вот тут сидят сверху. Немножко пчел. Не вижу. Попробую туда залезть. Вот так вот сверху. Ничего не пойму. Что могло случиться? Или слетели, или разворовали. Пусто. Вообще пусто. Меда нет. Надо еще залезть посмотреть вечером. Абсолютно пусто все. Что случилось? Не знаю даже. Скорее всего, разворовали. Прошлый раз залазил, не мог снять. Значит, вот этот сот, что был с края, на доске прилепили. Он отвалился под тяжестью меда, упал. Я убрал часть вот эту. И вот прошла, как приехал, неделя, наверное, все пусто. Колоде капец. Ну что же, кажется, эксперимент был, но не удался. В следующий раз будем умнее. Я вот даже в прошлый раз вот положил пакетик муравьинки. От клеща думал. Ну что-то не так пошло. Что-то не так пошло. Может, и осы к этому руку приложили. Не знаю даже. Такие дела. Что тут снизу? Ну пусто, пусто. Колодцы, соты все пустые. Мед выбран весь. Все пусто. Пчелы тут осталась, горсть какая-то, не знаю. Воровки это или своя, непонятно уже ничего. Вот так вот. Ладно, на следующий год учтем все ошибки. Еще, конечно, сюда залезем попозже посмотреть, что чего тут осталось. Оставим все как есть, дырочки позатыкаемся до следующего года. Там будем смотреть. Ну все, всем пока.